Привет, друзья, с вами Вальми, я продолжаю играть в Nuclear Throne, и я думаю... Rebel? Почему бы и нет? Я не умею за нее играть, она суммонит союзников, тратя свою жизнь, союзники потом умирают через какое-то время, ну а так они бегают за мной и стреляют по врагам. А это может быть полезно, это также может быть бесполезно. А, я также совершенно... пассивная билка у меня... Defense, или как он там называется. В общем, когда я получаю урон, я выстреливаю кольцо, пуль во все стороны. Что может быть иногда полезным, чтобы спасти... Ну, не то, чтобы спасти меня, но чтобы я не получил больше урона в этом плане. Но в целом, не знаю, не очень полезно, наверное. То есть, как бы, это может кого-то когда-нибудь убить, но... Не знаю. Мне не очень нравится это, что пассивная, что активная билка. Активная немножко поинтереснее. То есть, я сумоню вот такого вот парня, я при этом получаю урон, так что я стреляю во все стороны. Так что в этом плане она полезна. И этот парень бегает за мной и стреляет по врагам. А также при смерти он тоже выстреливает кольцом пуль, и также он дропает что-нибудь. Он дропает экспу, и он может дропнуть аптечку или патроны. Окей, следжхаммер — это хорошая вещь. Энергия — это тоже хорошая вещь. Ну и, собственно, да. Мне не нравится мой старт текущий. У меня автомат, который бесполезен, и у меня следжхаммер, который немножко более полезен, но все равно не супер. И также здесь почему-то куча скорпионов. Так, ладно. Союзник, помогай мне. Проблема в том, что скорпионов мне нечем убивать. У меня сраный... Сраный автомат, который ничего не может сделать. И также я умер. Ну ладно, в любом случае это был очень хреновый старт, потому что, блин, за два уровня никакого нормального оружия. Так что я не против даже умирать на таком уровне. Окей, скорпион. И сундук с оружием. Похоже, еще один неудачный старт. Мне уже пофиг. Я не хочу рестартить. Отвертка — это хуже, чем автомат, на самом деле. Так что рестартить надо бы. Но меня все равно очень быстро убьют. Так что хрен с ним. Так. Вау, я убил его отверткой. И также я еще и уровень не получил за первый левел. Вообще все нехорошо. Ну, возможно, этот сундук меня спасет. Это чуть-чуть получше, чем автомат. Ну, то есть нет, это на самом деле довольно-таки неплохо, но все равно. Я бы предпочел что-нибудь более хорошее. И мне все еще нечем убивать скорпионов, потому что... Шотган их не очень хорошо убивать, потому что приходится подходить в упор практически, чтобы их убивать нормально. Увеличение жизни... Но хотя бы шотган очень хорошо выносит всех этих обычных врагов. И я надеюсь, в этом сундуке что-нибудь полезное будет. Проблема в том, что босс перед этим сундуком будет. Личинки, зачем вы ко мне телепортируетесь? Окей. Арбалет, да, это офигенно. Это довольно офигенно. Арбалет и шотган. Шотган надо будет выкинуть когда-нибудь в ближайшем будущем, потому что он перестает быть полезным где-то так уровне на пятом. Но арбалет — это очень хорошо, я ненавижу этих странных личинок закапывающихся. Ну да ладно. Нет, я не буду брать самонаводящиеся болты, я возьму реген хп, потому что он очень полезен для этого персонажа, потому что я трачу хп на то, чтобы использовать свою обилку. Так что, как бы, брать реген хп имеет смысл. Ну, не реген, а восстановление при убийстве. Иногда. Почему он не умер? Я в него два раза попал. Ну, то есть, по крайней мере, я два раза в него выстрелил. Так что я должен был в него попасть, но почему-то, видимо, не попал. Я ненавижу крыс. Я также ненавижу вот этих вот крокодилов. Они ни хрена не умирают, и они стреляют внезапно и насмерть. Ну ладно. Надеюсь на более хороший старт. Но судя по тому, что здесь сплошные бандиты, более хорошим мой старт не будет. Но зато арбалет. Я ведь уже взял банку с экспой. Нет? Да? Не знаю. Не уверен. Нет, вот она. Ладно.
Почему теперь уже можно всех убивать? Я не знаю, почему я из арбалета стреляю, когда на них остается один выстрел с пистолета. Ну, хрен с ним. Уровень закончен. Арбалет с стартовым оружием. Это очень хорошо. Хотя я и не левелапнулся. Но все равно. Если бы я еще не был таким косым. Это лазерный пистолет. Это тоже очень хорошо. Не очень хорошо это толпы скорпионов в неудачных местах, которые в меня забегают и наносят мне урон, когда я пытаюсь подбежать и собрать экспо. Попган не то. Я ненавижу скорпионов. Они не дают подойти к себе, особенно когда их много, и они не дают подойти и собрать экспо. Они очень любят ломать банки с экспой. Так что скорпионы, они лишают меня экспо. Это делает их хуже, чем они могли бы быть, если бы они не лишали меня экспо всеми этими способами. Но с другой стороны, тогда они не были бы плохими врагами. Потому что они лишают меня экспо тем, что они настолько спамят своей стрельбой. Если бы они не спамили своей стрельбой, они не были бы плохими врагами вообще. И они не были бы вообще опасными. Окей. Ура. У меня полная жизнь. А, наверное, дроп. Страшное лицо мне не настолько сейчас нужно. А дроп мне поможет поддерживать свою жизнь на нормальном уровне и использовать свою обилку. Когда я суммоню союзника, то все остальные союзники восстанавливают свою жизнь, так что если кого-то почти убили, то... Да, блин. То я могу просто засуммонить еще одного, и это их вылечит. Зачем они... Зачем они забегают в ядовитые бочки? Самоубийцы сраные. Дискомет — это не то, что мне нужно. Я не знаю, зачем я его засумонил. Наверное, потому что у меня просто полная жизнь была. Как же они умирают от времени? То есть вот он просто бегает, из него кровища. Это значит, что он получает урон. Парень, дверь здесь. Это не дверь, это проход, но все равно. Также они умирают, когда уровень кончается. Но все нормально. Я возьму больше патронов, потому что все остальное, что здесь есть, мне не нужно. А больше патронов поможет Вазру. Нет. Сраные спамеры. Окей, аптечка, патроны. Снайпер, который не взорвал огнемет, рядом с которым он стоял. Какого черта меня... Или не меня задамажило? А, огонь не... Это его задамажило. Или меня задамажило. Ну, в общем, хрен его знает. Что-то кого-то задамажило, и все было нехорошо. Почему огнемет не дамажит врагов, мне интересно. Окей. Да, блин. Союзник мешает. Я из-за него не понимаю, что происходит, и забегаю в пули просто. Двустволку я не буду брать. Окей. Сраный огнемет. Сраная вся остальная фигня. Окей. Я мог бы сначала засумонить союзник, потом подобрать вторую аптечку, потому что она бы меня все равно до полного восстановила после союзника. И все было бы хорошо. Если бы союзники отличались от меня по цвету там или по виду сильнее, чем они отличаются, было бы удобно, потому что я бы знал, где я, а где союзник. И не путал себя с ним. Но что поделать. Вау, это меня не заможило. Гранатомет. Не то, что мне нужно. Наверное, задница. Союзники скорострельнее. Сильно скорострельнее. Как они начинают спамить сразу. Меня, правда, сейчас убьют, да, потому что слишком хаос от того, что союзники спамят, враги спамят, все спамят. Но зато весело. Скорпионы — это не весело. Но что поделать. Черт.
Окей. Не знаю, зачем я подбираю сундук с пулями, когда у меня пистолет в руках. Это на самом деле довольно плохая идея. Но, с другой стороны, на этом уровне все равно дропнулся всего лишь молоток, который нафиг не нужен. Больше жизни с аптечек. Для этого персонажа лечение всех видов — это очень хорошая идея. Так что это те апгрейды, которые я буду брать. Если у меня есть такая возможность. Лазерный пистолет. Окей. Ну, здесь я всех могу убивать молотком, пока скорпион не появится. Молоток всех хорошо убивает. Так, я не уверен, последний ли это враг, так что сначала я подберу патроны, но это не последний враг. Вот это, возможно, последний враг, да. Ну ладно. Хрен с ним. Окей. А, сундук я пока что не буду трогать. Я, возможно, еще патрон потрачу, и тогда его подберу. Или, возможно, я найду хорошее оружие в сундуке с оружием, и тогда его подберу. Ну, сундук с патронами, я имею в виду. Босса бы уже пора заспавниться, наверное. Или это не тот уровень? Стоп, я не помню. По-моему, это не тот уровень. А, нет, вот. Вот он. Это тот уровень. Окей. И мне все еще не очень нужен сундук с патронами. Ну ладно. Ага, скорпион. Это последний враг, но я все-таки подберу сундук с патронами, чтобы набрать себе полный боезапас. Естественно. Большее количество патронов и восстановление жизни при убийствах. Молоток очень хорошо работает в канализации, так что можно пока что с ним бегать. И переключаться на лазер только против крокодилов, которые с шотганами. Потому что к ним опасно подходить с молотком. Потому что крыс, вот этих вот тварей и бандитов я убиваю с одного. Шотганеров я, во-первых, не убиваю, по-моему, с одного молотком. Во-вторых, они стреляют больно вблизи. Так что в этом проблема есть. Окей, я пришел назад. Внизу был какой-то проход. Возможно, там что-то интересное. Там оружие и патроны. Тройной автомат — это не то, что мне нужно. А, молоток — это тоже не то, что мне нужно, так что я даже не знаю. Тройной автомат — это совсем не то, что мне нужно. Все? Нет. Какого черта этот яд так далеко долетает? Надо было бить молотком, потому что молоток не создает яд при уничтожении этих бочек с ядом. Ну ладно. Пули, энергия, дробь. Я снес огнемет, что всегда хорошо. Я словил пулю, что тоже всегда хорошо, естественно. Двустволка, ну, лучше, чем молоток. Окей. Машину я сразу взорву. Отвертки у меня все равно нет. Привет, ассасин. Пока, ассасин. И где-то еще вороны летают. Вот здесь, видимо. Нет, где-то еще вороны летают. Какого черта? А, вот они все. Окей, у меня 3 хитпоинта, что не очень хорошо, но... Что из этого взять? Наверное, больше дропов. Потому что это поможет мне вылечиться с моих 3 хитпоинтов. Слишком спам. Почему вороны иногда просто бегают и ничего не делают, а иногда начинают спамить так, как будто, блин, это не вороны, а какие-то миниганеры? У них тоже от количества, возможно, зависит скорострельность. Как у бандитов. Чем больше бандитов, тем чаще они стреляют. Еще один союзник. Окей. И окей. Этот парень сейчас умрет, да. И даст мне дробь. Я бы предпочел аптечку, но что поделать. Что поделать?
арбалет. Пока что я оставлю себе двустволку. Мне нравится двустволка. Она будет намного менее полезна на следующих уровнях, но все-таки. Ну, намного менее полезна, чем арбалет. Так-то она все еще будет достаточно полезна. Плазменная винтовка. Это не то, что я хочу использовать. Мне совершенно не нравится плазменное оружие. Я засумоню бомжа. Потому что, во-первых, так чаще аптечки дропаются. То есть аптечки, они не дропаются, когда у меня полная жизнь. Так что при полной жизни стоит его сразу же сумонить, наверное. Чтобы просто была возможность получать аптечки. Ну и кроме этого, я могу себя восстанавливать убийствами. Я, возможно, когда-нибудь смогу подобрать эту аптечку. Или, возможно, нет. А, шотган кончился. Ладно, я его добил. Куча аптечек. И выход не там, где я думал он будет. Я его просто не заметил, потому что я думал, что он будет там, где босс умер. Но, видимо, то, где спавнится выход, то, где умер босс, это абсолютно не связанные друг с другом вещи. Кто бы мог подумать. Слишком много тараканов этих кристальных. И у меня слишком мало дамага. Нет ничего, что увеличит мой дамаг. То есть ни лазербрейна, ни страшного лица. Ни всех этих там увеличений скорострельности, когда у меня мало жизни и прочие подобные ереси. Даже точности нет, чтобы шотганы эффективнее стрелять. Оу, сколько здесь кристаллов? Штук 10, видимо. Окей. Энергомеч. Пожалуй, нет. То есть он хороший, но у меня сейчас есть лазерный пистолет, который тоже тратит энергию и который, наверное, поэффективнее все-таки будет, чем меч. Тут вообще уже ничто не умирает от шотгана. Или я просто криво попадаю? Нет, эти парни умирают от шотгана, черт. Окей. Совсем окей. Слишком большие толпы врагов. Ну да ладно, assault rifle это не то, что мне нужно. Парень взорвался и не дал мне аптечку, увы. Лайтинг винтовка, не то, что мне нужно. Машина. Окей, спасибо. Машина сделала то, что мне от нее было нужно. Ну, он меня задамажил на 4 хп, и я восстановил себе 4 хп, убив его. Потому что аптечку он дропнул. Черт. Мне, наверное, придется брать ластвиш, если мне его дадут. Хотя нет, аптечка. Ура, не придется. Но мне его и не дадут. Больше макс хп — хорошая идея. И скорострельность бомжей тоже хорошая идея. Но больше макс хп сейчас звучит как более хорошая идея. Видимо, мой урон вообще ничем никогда не увеличится. Чёрт. Сраный бомж сумонящий копов. Как я его ненавижу. Ну ладно. Окей. Почему копы не стреляют по мобам? Это мобы активируют бомжа, который их сумонит. Я тут вообще ни при чем. Окей, бомж умер. Ура, наконец-то. Слишком спам. Автоарбалет, да. Ну, у меня полная жизнь. У меня два хороших оружия, так что я возьму сундук, не сундук, а корону, которая дает только сундуки с патронами.
И сейчас приземлится босс, и он меня убьет, потому что он взрывается при смерти. И, собственно, у меня нет защиты от взрыва. Хотя нет. Он взорвется далеко от меня и не убьет меня. Окей. Тогда вообще хорошо все. Окей. Наверное, надо засумонить кого-нибудь, чтобы не дропались просто аптечки. Потому что если у меня полная жизнь, аптечки не дропаются, так что я не могу получить аптечку и засумонить кого-нибудь после этого. Но, видимо, когда у меня не полная жизнь, аптечки тоже не дропаются. Но хотя бы я восстанавливаю себе жизнь, когда я убиваю врагов. Иногда. Вот она, аптечка, я могу засумонить его и все еще не иметь полную жизнь. Окей, мне не хватает только арбалетных болтов, так что я подберу все сундуки с арбалетом в руке. Окей, все. Все. А, ну, левел ап, 8 уровень. Задница? Наверное, да. Урона вообще не существует в этом ране. Я, по-моему, один раз видел страшное лицо и взял что-то более полезное, потому что мне нужно было что-то более полезное. Лазер здесь будет более эффективным оружием. Сколько там было камикадзе? Сколько тут вообще всего? Слишком много врагов. Слишком много врагов. Какого хрена? Я не брал корону, которая дает больше врагов. Какого черта их тут столько? Ужас. Да? Где там этот некромант, который их постоянно спамит? Вот он, этот некромант, который их постоянно спамит. И тут их еще целая армия. Мне не нравится этот уровень. Мне совершенно не нравится этот уровень. Кого-то внизу я убил. Окей. Аптечек никто не дропнул, естественно. Ну, что поделать. Но, блин. Сколько их здесь? Тут полный экран у всеми трупами. Сколько может врагов спавниться на одном уровне? Какого черта? Ладно. И сейчас меня убьют. Потому что у меня ни хрена нет жизни, потому что на предыдущем уровне нифига не дропалась жизнь. Граната нет. Граната уничтожила мое укрытие. Аптечка. Ура. Окей. Если его убить, когда он чарджится, то он выстреливает вот так вот кругом пуль. А если его убить, когда он не чарджится, он просто умирает. Это конкретный враг. И тут ни одной аптечки. Какого хрена? Дайте мне жизнь. Мне нужна жизнь. Ну или может здесь была одна аптечка, но... Она мне не помогла, потому что меня задамажили после нее. Окей. 4 хп. Зачем этот бомж тут существует? Мне не нужна корона. Мне не нужны миллионы копов на этом уровне. На этом уровне мне совершенно не нужны миллионы копов. Блин. Седьмой мир — это просто жопа. Там нет укрытий, и со всех сторон все, что стреляет кругами на 360 и миллионом пуль. То есть там весь экран в пулях, и уворачиваться некуда. Так что... Мне седьмой мир не очень нравится. Он мне не нравится не столько врагами, то есть скорпионы все еще худшие враги в игре. Мне он не нравится сочетанием всего, что там есть. Там везде копы, там эти статуи сраные, которые сумонят копов. И все остальное. Ну еще у меня аптечки очень, очень неактивно падали. Я там 3 уровня подряд заканчивал с 5 хитпоинтами. Да, мне падали на этих уровнях аптечки, но я все равно заканчивал эти уровни с 5 хитпоинтами. Сраные скорпионы, как я их ненавижу. Я сменил бесполезную отвертку на бесполезный молоток. Отличный план. Нет, я даже не сменил. Я сменил револьвер на бесполезный молоток. Полезный револьвер на бесполезный молоток. Отличный план. Окей.
Дайте мне сундук с оружием. Мне пофиг все абсолютно. Дайте мне просто сундук с оружием. Окей. Наверное, пришло время самоубиваться. Слишком много скорпионов на этом уровне. Я не согласен. Ну и два уровня без оружия — это нехорошо. Assault Rifle, да. Assault Rifle — это хорошая вещь. Шотган — это тоже хорошая вещь. Окей, по-моему, я пропустил конец Трусэкспи, но хрен с ним, у меня два хороших оружия. И нет патронов к этим двум хорошим оружиям. Но патроны — это временная проблема. Вот у меня уже есть немножко патронов. Арбалет вместо шотгана вполне. Окей. И это конец уровня внезапно. Я не ожидал, но хрен с ним. Я возьму Лазербрейн, потому что если мне так же, как в прошлый раз, ни хрена не будет попадаться, то хотя бы у меня будет Лазербрейн, потому что Лазерный пистолет я, скорее всего, найду за прохождение. Окей. Скорее всего. Дропни аптечку. О, черт, никто не дропает аптечки. Окей. Черт. Слишком много скорпионов все еще, и я не подобрал сундук с патронами, потому что враги кончились. Иммун ко взрывам. В прошлый раз я дошел до 7-2 без иммуна ко взрывам. Так что, возможно, он мне нафиг не нужен. Но с ним безопаснее. Попган — это не то, что мне нужно. Совершенно. Еще один попган — это тоже не то, что мне нужно. Окей. Патроны — это то, что мне пригодилось бы. Окей, аптечка. Наверху патроны. Я возьму пули, потому что арбалет мне на этом уровне не нужен. Я его иногда достаю, чтобы стрелять по зеленым крысам, но кроме этого он не нужен. Две аптечки я не мог. Ну, я мог заспаунить, конечно, союзника. Он бы сразу же умер и дал бы мне что-нибудь, возможно. Но это не настолько нужно. Больше патронов. Слишком спам со всех сторон. Слишком много спама со всех сторон. Я не мог ничего сделать с этим ассасином. Я выбегаю за угол, он меня сразу же убивает. Он бы... Не, в принципе, он бы отошел оттуда когда-нибудь, но... Мне лень ждать, пока он отойдет. Я ненавижу ассасинов, у них кривой искусственный интеллект, который... У них не то чтобы кривой искусственный интеллект, они, во-первых, убивают с одного всегда. То есть, вообще, они не убивают с одного конкретно всегда. Они наносят 5, по-моему, единиц урона ударом, но их удар может задамажить несколько раз за удар. То есть, по сути, они убивают с одного всегда. Если они не убивают, то это очень повезло, что он криво ударил. И, в общем-то, кроме этого, они еще и очень любят так тусить около углов и всего там подобного. И они сразу же бьют, как только выходишь из-за угла. Так что невозможно с ними ничего сделать, если не иметь оружие ближнего боя, которое бьет по стену. Ну или гранату там какую-нибудь. Ладно. Окей. О, да. Гранатомет — это хорошо. Надо было, конечно, с шотганом в руках подбирать сундук. Потому что к шотгану патроны нужнее, чем к гранатомету. Я им как-то больше буду пользоваться, и у него они быстрее кончаются. Ну, хрен с ним. Больше дропов. Однозначно.
куча дроби. Свайдер это не то, что мне нужно. Окей, молоток это тоже не то, что мне нужно. Тем более два молотка. И вправо осталось только пройти, ну и вниз. Три молотка. Сколько молотков может выпустить за один уровень? Арбалет. Да, вместо чего только вопрос. Страшное лицо. Надо было, конечно, взять восстановление хитпоинтов. Наверное, вместо шотгана. Против толп мелочи гранатомет. На удивление, адекватно работает. Против 15 скорпионов ничто адекватно не работает. Так что... ненависть. Я не понимаю, почему вообще игра позволяет скорпионам и прочим толстым врагам спавниться толпами. То есть я понимаю, бандиты там и личинки, они слабые, они должны спавниться толпами, иначе они абсолютно бесполезны и не опасны. Но когда спавнится 3 скорпиона в одной комнате, значит с игрой что-то не так. На мой взгляд, по крайней мере. Потому что 3 скорпиона в одной комнате, они почти ничем не убиваются нормально. Кроме там совсем уж крутого оружия. Окей. Да, блин. Бесполезный слайдер. Полезный лазерный пистолет. И конец уровня, да? Нет? Да. Наверное, это последний ран. Ну, если я дойду до канализации, то это последний ран. Если нет, то следующий, в любом случае, последний. Окей. Попган — это не то, что мне нужно. Арбалет — это то, что мне нужно. Арбалет — это очень хорошее оружие, естественно. Окей. Все нормально. Ну, я дошел до канализации, так что этот ран официально последний. Восстановление жизни при убийствах. Лазер здесь более эффективен, чем арбалет. Хотя патроны, конечно. Так что лучше по возможности убивать отдельных врагов, которых можно убить одним выстрелом, убивать их арбалетом. Нахрен с ними. Я очень надеюсь, что когда-нибудь они сделают, что если лазер арбалета попадает в цель, то и болт тоже попадет в цель. Потому что иначе в этом лазере абсолютно никакого смысла нет. То есть вот сейчас... сейчас все нормально. Сейчас уже все ненормально. И это проблема. Лопата. Ну, я ее не смогу уже взять, но я бы взял, наверное. Я не думал, что это последние враги. Больше максимум жизни. Важнее, чем максимум патронов. Традиционный огнемет на старте. Который я чуть не забежал. Окей. Я хотел заспавнить союзника, но у меня осталось 7 хитпоинтов после того, как я там пробежал мимо двух ворон. Окей, я успел пробежать через огнемет. Базука. Да. Базука — веселая вещь. Нет, портал не открывается. А, это не последний враг еще. Когда-нибудь я получу отвертку и достану себе золотое оружие. Видимо, не сегодня. Да сколько тут их еще осталось? Вроде пробежал весь уровень, а нифига. Сраные вороны. Базука на этом уровне очень полезна, ну, в этом мире, потому что она умеет взрывать огнеметы. И она это делает намного удобнее, чем гранатомет, который рикошетит от них. Упс.
Проблема в том, что я, если я промахиваюсь по тому, во что я стреляю, то я, скорее всего, убиваю что-то еще на другом конце уровня. Что нехорошо, потому что экспо с другого конца уровня я подбирать не могу. И она исчезает довольно быстро. Минус огнемет, минус ворона. Минус этот парень. Потому что я его ненавижу. Я лучше один раз убью копов. Ну или они меня, скорее они меня. Чем потом ждать 15 спавнов этих копов и убивать все 15 спавнов. Ну, это был последний ран, и копы меня традиционно убили. Все-таки нет, не скорпионы худшие враги в игре. Худшие враги в игре — это эти сраные копы. Они спамят, они не убиваются ни хрена. Они имеют всякие разные обилки и вообще ненависть. Ну да ладно. В любом случае, я надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. С вами был Вайми. Пока.